Ну что ж, привет, друзья, с вами по-прежнему Юрий Кубик, сегодня мы играем на карте Пустые Холмы. Ну что ж, погнали. Так, я уже готов лутаться, вот наш сундучок, активненько прибегаем к нему. Пока что мы выхватили только стрелы и еще одни стрелы. Черт, блин, парень выхватил там лук, но ладно. Сюда никто не бежит, значит я спокойно возле деревца своего лутаюсь. Окейшки, давайте наверх. Так, смотрим, топорик, неплохо, неплохо дело у нас идет. Ага, это дело мы все возьмем. Отличненько. Давайте теперь идем вниз. Так, интересно же, что нам приготовили здесь. Печаль. Здесь только, ну ладно, штаники можно взять, чтобы не было холодно зимой в попу. Ну окей. Пока что у нас лето, но штаники все-таки пригодятся. Так, все, вперед, вперед, ребят, наверх. И здесь, то есть вниз. Блин, черт, не люблю я ходить по кладбищам. Хорошо, что сейчас день. Ночью было бы больше неприятно. Так, стрелы, отличненько, нормально, но все-таки у меня нет лука для этого дела. А вот и он, но все-таки такой лук меня не устраивает, я бегу дальше. Я всегда знал, что вот здесь наверху, в сундучке, очень хороший лук. Надеюсь, он меня не подведет. Да, действительно, я же говорил, здесь замечательный лук, ребят, здесь все самое хорошее. Так, рыбочку мы тоже с собой возьмем, она все-таки... Немного так, там кикаю сразу. Нет, я вообще голосовать не буду. А то, знаете, мало ли что. Я же не знаю, кто он. Читер или нет. Ну ладно, давайте все-таки будем дальше лутаться. Спокойно, мирно, без ничего. Идем, бежим наверх и смотрим, что у нас здесь. Кабанчик. Ну какой жирненький, какой хорошенький у нас. Так, давайте смотрим, что у нас здесь. Так, отлично. У нас здесь такое, у нас здесь такое. Вот там парень такой. Вот, с топором. Кстати бы, нужно его сзади сейчас так грохнуть. Так, давайте, начинаем бить. Начинаем сразу же бить. Во-во-во-во-во-во, кабанчик, кабанчик, ты где? Вот-вот-вот-вот, гаси-гаси-гаси, парня, гаси, парня. Вот-вот-вот, гаси-гаси-гаси-гаси-гаси. Есть! Да, загасили мы парня, можно его кикать. Спокойно себе, ничего, вау. Отлично. А знаете, а мне такой расклад все больше и больше нравится, да? Фух, ой, какой адреналин, ребят. Вы бы знали, какой это сейчас был адреналин. Я только что столько адреналина выпустил. Ну ладно, давайте заменим броню и возьмем крутой меч. Все, теперь мы крутые. Мы теперь крутые, супер-мега-пупер крутые. Так, там в сундучке я уже был. Давайте идем, возьмем немного площадь ниже. Возможно, здесь что-то у нас есть. У нас здесь шлем. Ай-яй-яй, такой шлем нам не нужен. Блин, черт, печаль. Нужно еще что-то. Я не знаю, что, но что-то еще нужно. Хотя у меня уже есть все. У меня есть темный меч. У меня есть темная почти вся броня. Но все-таки чего-то не хватает. А да, забыл, не хватает у нас, ребята, хавки. Вот, немножко хавки у нас уже есть. Но это будет мало. Мне кажется, это будет мало. Печаль. Ну ладно. Пускай, пускай. Пока что это вполне себе нормально. Сперва и так можно побегать, но все-таки этого будет, как по мне, мало. Воу! Артемушка! Привет, дружок! Привет, дружок! Вот, вот, парень! Вот парень, которого я хочу сейчас убить. Тихо, тихо, тихо. Есть! Я его убил! Я его убил, но я кикнуть его не могу. Печаль. Так, забираем у него все. Ему больше это не понадобится. Вот, смотрите уже. Нет, я не читер. Воу-воу-воу-воу, ребят, какого черта? Я же не читер. Меня пытается забанить, походу. Но все-таки я не читер. Я убиваю, я убил, но я не читер. Не знаю, что ребята здесь сейчас надумают, но все-таки, блин, ребят, я же не читер. Какого черта вы делаете? Ну ладно. Пока что все спокойно, пока что меня не трогают, пока что не кикают, пока что все мирно, ребят. Хотя нормальный сервер хоть один раз попался. Так, сколько нас? Настрое. Настрой у меня сегодня убивать есть. Но я не знаю, убью ли я всех. Воу-воу, ребят, я же не читер, какого черта? Так, меня пытаются кикнуть. Странно. Какие-то ребята не очень мирные. Я еще какие-то что-то слышу. Он спрашивает, где лечить. Нет, я же не читер, я летсплейщик. Какого черта меня кикает? Так, надеюсь, тихо. Я услышал звуки.
Я вот слышу звуки. Иди сюда, мой камикадзе, мой маленький. Иди сюда. О, их двое. Их двое. Один есть, один готов. Так. А другой. Иди сюда. Вау! Я король. Я король копателя. Это же шикардос, ребятки. Это шикарненько. Отлично. Так. Вау. А все-таки нормально. Нормально это попались. Так, это сидельце нам уже, думаю, не пригодится. Может. Давайте все-таки. Все-таки, ребятки, давайте выкинем весь хлам и наберем силу самого лучшего. Так, давайте. Вот этот мешочек. Топорик. Топорики, мечи. И еще парень один вон там был. Да, его тоже нужно будет добутать. Как же весело, как же приятно. Так, ну, броня броней. Ничего нормального. Ну вот, ребята, вот с такой артиллерией я победил сегодня. 23 стрелы. Это очень-очень впечатляет. Ну ладно, немножко поприкалывались. Так, курицу я все-таки съем. Ну, все, ребят. Вот так мы поиграли сегодня. Нормально, мне понравилось. Так что можно нажимать Escape и выходить с игры. Пока-пока. До скорых встреч. Также советую подписаться на украинский формат и участвовать в новом конкурсе, бюджет которого 100 гривен. Первое место 50 гривен на счет мобильный. Удачи!